Цветами и комплиментами в Центральном дворце культуры приветствуют виновниц торжества. 8 марта – первый праздник весны, праздник женщины. Она дарит жизнь, она – свет и радость. И порой на ее хрупких плечах держится много. Но она сильная, по-своему, по-женски. Пример настоящей стойкости матери, жены и дочери бойцов СВО. Сыновья, мужья, папы и так далее – они хотят этого в первую очередь, чтобы мы их ждали такими же красивыми, цветущими, чтобы всегда были рядом, и самое главное, была семейная поддержка. Это в первую очередь, что для любого воина, мобилизованного, кто вот ребята находятся там, самое главное, это поддержка семьи. Всем, кто заботится о нас, спасибо большое, что они нас не оставляют в беде, что они нас всегда проверяют, звонят. И интересуется, как у нас дела. И самое главное, чтобы была любовь в каждой семье. В учреждении культуры в честь милых дам состоялся праздничный концерт. Коллективы и солисты городского округа подарили свое творчество прекрасным зрительницам, которые были щедры на овации, а финал торжества получился ярким и незабываемым. Главным подарком для женщин Щелково от главы муниципалитета Андрея Булгакова стало выступление поп-рок-группы «Братья Гримм». Самое главное у женщины – это ее личное счастье, в первую очередь, конечно же. Пускай у всех у вас будет принц рядом с вами, пускай у вас будут детишки здоровые, красивые. Вот. И пусть все у вас пренепременно сбудется, как говаривали когда-то братья Гримм. Конечно, такой подарок не оставил равнодушным гостей. Концерт великолепный, и коллективы местного дома культуры – просто бесподобны, как дети всегда. Причем очень здорово, да, приятное ощущение. Вот. И такой подарок, конечно, как группа «Братья Гримм», было необыкновенно. Пели как замечательно, а дети как танцевали. Ну, сразу прям в душе цветы цветут, весна наступила. Анна Балиет, Евгения Корытько, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.